Стартовал прием заявок на республиканский конкурс журналистов «Защитим природу». Для участия журналистам нужно отправить свои работы на тему экологии в Северной Осетии. Самые интересные программы, сюжеты, публикации по проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования будут награждены памятными подарками. А за лучшие материалы журналисты смогут получить денежный приз до 15 тысяч рублей. Кроме того, организаторы в лице регионального отделения Всероссийского общества охраны природы открыли прием заявок от фотожурналистов. Лучшие снимки о проблемах экологии также смогут претендовать на главный приз. Заявки на конкурс принимаются до 23 ноября. В конкурсе участвуют работы на русском и осетинском языках. Основной целью для нас, как для организаторов, это привлечение внимания к проблемам экологии нашей республики. В конкурсе могут принять участие журналисты любых печатных изданий, теле- и радиокомпаний, действующих на территории нашей республики. Разные темы затрагиваются, вплоть там, до загрязнения терека, для загрязнения, там, загрязнения атмосферного воздуха и просто бытовой мусор.